Слушай, мое время — деньги, поэтому я буду кратка. Ты здесь не потому, что мы этого хотим. Ты здесь потому, что Джеффри облажался со своим шоу для каннибалов. Ты можешь быть каким-то королевским шутом, но мне насрать. Я настолько богата и настолько влиятельна, что мне плевать, что там хочет прорекламировать демоническая принцесска. Какая важность. Но я... И попрошу со мной не любезничать, милочка, а то я тебя в порошок сотру. И мы в эфире. С возвращением.